Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте сегодня новую игрушку посмотрим. Призраки нового Эдема. Изгнанники или изгои. Что тут так название называется. Игра стоит недешево, 2,5 рубля. В ней есть мод генерации кадров для 4000 версии. Ну, как вы уже все знаете, скорее всего, и были у меня на канале. Мод генерации прикручивается и к 2000, по-моему, и 1000, и 3000 точно прикручивается ко всем. Ну, я все вам сейчас покажу. Запись в HDR, в лучшем кодеке, 20 тысяч битрейт. Поэтому картинка у вас будет такая же почти, как и у меня. Значит, начнем. Не с того начал. Как обычно, с рабочего стола я показываю, какие настройки у меня, карты и так далее. У меня монитор 144 Гц, я ставлю 120, появляется 10 бит. Значит, есть HDR. Здесь обязательно полный. Обязательно. Или игры у вас будут белесые. Настройки 3D. Если вы здесь в 3D что-то не включили, работать в игре у вас не будет. Вы включите там, не включите, не будет работать. Как настраивать, здесь вот можете все посмотреть. Как у меня включено все, кроме задержки. Ограничены кадры. Чтобы катушки не визжали, некоторые недоразвитые люди, а это недоразвитые люди, до сих пор не знают, как ограничивать карты. И у них свистят видеокарты, понимаете? Эти люди недалекие. Вы уж извините вас, я так называю. Но это на самом деле, это нужно вообще не разбираться в компе никак. И есть такие, у которых катушки свистят. Вот карта плохая, свистит катушка. Ребята, в башке у вас свистит катушка. Вот, есть ограничение кадров. Ограничивайте. И этой прогой можно ограничить и так далее. Underworld стоит у меня. Я опустил сейчас, разгон убрал. Потому что буду звуковую карту ставить, обязательно расскажу, наверное, про нее. Да что про нее рассказываете? Креатив есть креатив. Динамическое разрешение мое не дотягивает до натурального. Но, извините меня, $1000 стоит монитор с хорошим HDR. То есть 1000 HDR должен быть. HDR 10, 1000 нанонит. Не дотягивает, но поверьте мне, картинка лучше. Есть у меня на канале, как настроить из этой картинки сделать более лучшую картинку. Сейчас я буду все показывать. Как устанавливать мод. Где искать настройку графики, улучшить графику. Все, ничего не пропускайте. Прямо сейчас. Погнали наш городских. 5 плейлистов. Избранные игры. Игры прохождения, неполное прохождение. Первый взгляд. Лучшие игры. Все здесь. Лучшие игры надо было назвать, но я уж так избранное назвал. Софт и железо. Это все, что касается железок. Настройки графики, модерация, оптимизация игр и так далее. Все здесь есть. Новые технологии. Фанаты AMD и NVIDIA, проходите мимо. Сюда даже не суйтесь. Вам это не понравится. Космос и полезно и справедливо. Мне не платят, поэтому я жестоко отношусь к AMD и к NVIDIA. Сижу всегда на NVIDIA. 3080 не способны уже работать 2К. Процессоры на 5 лет обгоняют игры, а видеокарты на 5 лет отстают от игр. Давайте, значит, начнем. Так, мод генерации. Как его прикрутить? Вот здесь мод генерации. Вот. И установка там, и все. Под любым моим видео вкладка «Еще». Вы всегда можете посмотреть, на каком железе записывался ролик. То есть, когда оптимизацию игры открываете, сразу к моему FPS прибавляйте 7-8 кадров. Ну, 5-7 это меньше вообще не бывает. Потому что я всегда решейдеры прикручу, они 5-7 забирают. И запись от 2 до 5 забирает. Поэтому 5-7 это минимум. Здесь файлы генерации, вот, мод генерации. Генерации там и есть, и для красных, и для белых, и для черных, всем, значит, этот мод зайдет. Дальше идем. Alan Wake Silent Hill. Есть два ролика, даже есть и в других местах. Вот этот, как прикручивать графику, здесь прикрутить. Тоже там есть ссылка на канал и под видео, и в комментах. Читайте комменты, тоже смотрите. А есть еще Talos.
Талос, это вот игра тоже на Unreal 5 с Люмином. Здесь вроде в этой игре присутствует Люмин, но пока я точно сказать не могу. Вроде бы есть какое-то присутствие Люмина. Люмин — это то же самое, что лучи, но не так требовательно. Люмин. Все у меня есть на канале по названию. Смотрите, Unreal 5. Вот по монитору, как настроить монитор. Если у вас слабый HDR, там 400 или 600, вот вы можете прикрутить моим способом. Но не всем он зайдет. Но не каждый монитор так сделает, как у меня. То есть не я так делаю, а монитор так сделает. Талос я не нашел, не знаю, ребята. Робокоп будет смотреть оптимизации. Там только в самом конце я разобрался. Дресню одну отключил, и FPS появился. Все здесь найдете на канале. По оптимизации игр все здесь смотрите. Известные игры, и особенно кривые. Софт и железо — это лучшие, вообще, я считаю, из всех плейлистов самые полезные. Но есть вот и полезные и справедливые, и новые технологии. И космос тоже. Это моя чистая сборочка. Очень скудная, но полезного много подчеркнуть. Пятиминутные ролики. Давайте начнем. Unreal 5 требует всегда подкачку. Поэтому не бойтесь, включайте подкачку. Я сейчас заливал... Видите, вот ушел уже и забыл показать. Я заливал сейчас ролик. Новый ролик я заливал. Вот. Компьютер 2К. В разрешении 1440p. В 24-м году. Во сколько он вам обойдется с монитором? 130-150 тысяч. Это вообще минималка. То есть минималка — это как у меня. Вот железки. Долго идет заставка. Компиляция сейчас будет тоже долго буксовать, поэтому нужно дождаться. В Unreal 5 всегда это компиляция шейдеров. Сейчас посмотрим, как выглядит игра, как она будет выглядеть у нас после прикрутки. Сейчас вся эта дресня сойдет. В деревне сейчас я начало прошел немного в деревне. Смотрите, первый взгляд, если игра набирает 10 часов, обычно новый набирает, то намного больше. Вот вам FPS. Кстати, у меня был выше. FPS. Давайте-ка вот так сделаем. Какие-то вот странности. С игрой очень странности какие-то происходят. Генерацию мы включим. Вот с генерацией 120 кадров, 118. Больше вы не увидите, потому что у меня залочено, у меня 120 Гц, и мне больше без надо. Зачем я это делаю? Для того, чтобы поднять FPS в игре. У меня в прошлый раз FPS совсем другой был. То есть, когда вы выходите из игры, потом заходите, и она почему-то у меня лучше работала. Ну вот вам возможности 3080, 44 кадра. Если я сейчас запись отключу, ну, не знаю, будет, может быть, 50 кадров. Конечно, для этой карты маловато. Я не знаю, здесь Любин-то вроде по кадрам вижу должен быть. Где-то я видел отражение деревьев. Тени от деревьев. На земле. Первый раз когда заливал.
Здесь нет никаких луж. Вот в чем дело. Могу я тут. Давайте посмотрим настройки. Все очень высоко. Размытие я выключаю, так как прикручиваю графику. Здесь все включено. Когда вы генерацию включаете, она должна выключить вот эти две функции обязательно. Не пытайтесь там ничего сами прикрутить. Но. Все без звука. Меня, знаете, что интересует? И до этого я заливал. Первый ролик у меня не получился. У меня было 60 кадров. Не 45, а было 55-60. Я не знаю, с чем это... После включений, переключений всяких, мне раз и появился FPS. Не знаю, с чем это связано. Понять не могу. Может, будет допил какой-то. Оптимизацию игры я всегда записываю прям вот, как говорится, с конвейера. Сглаживание все отключено, потому что включена генерация. Ну вот бьет она самый большой 120 она может дать, потому что монитор залочен. 116 кадров. Ребят. Теперь давайте графику попробуем прикрутить. Ели. Давайте вот так оставим. Вот видите, белесость какая-то. Ну, я не знаю, будет у вас заметно или нет. Надо включить и выключить. Что она приработается, она не сразу подхватывает генерация кадров мои прикрутки. Ну, вроде вот сейчас понеслась. Звезда по кучке. Ну, мир-то такой большой, мне чем-то Ведьмака напомнило. И здесь можно переключать персонажей между собой. Очень неплохо выглядит. Где-то я даже видел тени от деревьев, качающиеся тени. Я думаю, что люмен здесь тоже присутствует. Просто место такое полутемное. Мы не можем это их рассмотреть, эти люмены. Потому что при 40 генерации, ну извините меня. Ну вот Талос у меня тоже 45-55. То есть 45 я заливаю, когда не заливаю, около 50-55. По-моему, вот около этого дерева тут я вот видел его, вот это большое здоровое дерево. Рисует. Мне кажется, будет игра патчиться и... FPS будет выше, потому что с генерацией отлично работает, но почему-то без генерации очень слабый FPS, хотя, возможно, он такой и должен быть. Ну, я вот сейчас заливал, да, заливал, и у меня было около 60 кадров. Я не знаю, с чем это связано. Вот, кстати, видите? Я отключил, нет? Это не может быть, это или глюк, или еще что-то. Я не знаю, с чем это связано. Генерацию я отключил. Что, наполовину генерации какая-то, что ли, я не пойму. Вот видите, FPS все. Вот что я хотел я вам показать. Что меня удивило. 40 кадров, а потом 65. Никаких изменений я не вижу. Нагрузка вроде все та же. Надо будет посмотреть запись. Какая там нагрузка до этого была. А может быть, я просто вместе в таком нахожусь? Да нет, FPS поднялся. При включении, а потом отключении генерации, вы видели? Может, тигре нужно побыть в игре? Не знаю, с чем это связано, но вот такую тему я хотел вам занести. Я сначала не хотел оптимизацию игры, но увидел генерацию кадров. Думаю, надо на 3080 подключить. Может, место такое было. Ну, все сейчас идеально работает.
Давайте, запись идет, все записывается на. Оба, тихо, ты сейчас рубанешь им по яйцам. Игра выглядит ближе к Ведьмаку, очень неплохо, или к Смуте. Вот такие дела. Я хочу сказать, что вы видели, что происходит. Как-то появляется оптимизация сама собой. Я первый раз заливал, у меня вот так вот получилось. После этого я второй раз сделал. Не могу увидеть и все эти кадры. Решил все-таки третий раз сесть. И вот третий раз сажусь, и видите, что творится. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя. Смотрите «Первый взгляд». 10 часов, если набирает, будет прохождение. «Инквизитор», скорее всего, тоже будет прохождение. До новых встреч!